Алтайский край, возможно, в ближайшее время станет одним из лидеров в регионе по производству мяса птицы. Накануне группа компаний «Черкизово» завершила сделку по приобретению птицекомплекса «Алтайский бройлер». Озвученная сумма – 4,6 миллиарда рублей. Как рассказал основатель группы Игорь Бабаев на встрече с губернатором края Виктором Томенко, для «Черкизова» это приобретение – возможность полноценно выйти на рынок Сибирского федерального округа. В то же время для экономики края эта сделка должна стать серьезным шагом вперед. Как заверил собравшихся Игорь Бабаев, если сейчас комплекс производит 60 тысяч тонн мяса птицы, то при новом владельце он должен выйти на мощность до 100 тысяч тонн в год. Достичь результата собственник намерен, вложившись в модернизацию производства. Алтайский бройлер строился 10 лет тому назад. Но годы свое дело делают, понимаете, это клетка. Нас не устраивает сегодня убой, нас не устраивает система комбикормовая. Сейчас первые шаги, которые сделаны будут, это в пределах 20 миллионов долларов, да, которые вот пойдут на поддержание. А если удвоить вот объемы товарного производства до 100 тысяч тонн, ну, это значительно большие суммы. Темпы роста инвестиций в экономику Алтайского края, вообще направление развития Алтайского края, его экономики, в том числе агропромышленного комплекса, это один из наших главных приоритетов. И поэтому мы будем очень серьезное внимание уделять поддержке, участию, содействию всех наших предприятий, которые думают о своем развитии, ну а значит и о развитии края. Новый владелец пообещал сохранить бренд «Алтайский бройлер», которому в этом году исполняется 10 лет, при этом расширив линейку продуктов новыми марками. Кроме того, по словам Бабаева, уже в следующем году компания представит проект создания нового свинокомплекса.